ребят, пускай в этих резиденциях живут детки какие-то. Ну, какие-то лагеря отдыха или каким-то людям, которым это действительно нужно. Вот, эти резиденции, я не вижу в них никакого, вообще никакого смысла. Старые резиденции больших королей. Ну, что это сегодня? Это все для экскурсии. Сейчас дороги не будет перекрывать. Вы будете стоять в пробках. Смотрите, я буду точно стоять в пробках. Я не собираюсь перекрывать дорогу. И светофоры не выключат. А что, должны? Слушайте, ну что из-за политиков должны страдать? Вы будете летать на рейсовом самолете? Ну, я бы хотел. Получится или не получится, уже не, ну я бы хотел, правда, я бы хотел.